Маршрут следования автобуса, пассажирами которого были исключительно чиновники, пролегал от центра Сочи до Адлера. Далее объезд продолжился по старой дороге на Красную Поляну. На обратном пути уже по новой дороге автобус проехал в направлении Олимпийского парка, после чего вернулся в центр города. По оценке Анатолия Пахомова, главные гостевые маршруты не в лучшем виде. Первое замечание – дорожникам. Они, ко всему прочему, должны устранить сужение федеральной дороги в кратчайшие сроки и завершить ремонт дорожного полотна на трассе Сочи-Адлер до 10 октября. Разметка. Повторю еще раз. Росавтодор у нас есть здесь, да? Да. Значит, там, где необходимо будет разметку, там, где необходимо помыть бордюры, помойте. Там, где необходимо будет эти бордюры закрасить, ну, молодцы. Я еще раз говорю, там, где вот ободрано, надо все это дело подправить. Остановки. Александр Израилевич, повторю еще раз. Ну-ка, собирайте своих рекламщиков, и это их конструкция. Они должны за ними следить. Наряду с рекламными щитами в надлежащий вид необходимо привести и остановочные павильоны. Зеленые насаждения тоже нуждаются в регулярном внимании, напоминает глава руководителю управления лесопаркового хозяйства. Много задач и у глав районов. В идеальном состоянии, впрочем, как и всегда, должны быть тротуары, живые изгороди, ограждения. После объезда Пахомов порекомендовал чиновникам пройти пешком по вверенным им участкам. Тогда работа будет результативнее, уверен глава города. В Советском Союзе прошло целых два всемирных фестиваля молодежи и студентов. В России первый. И здесь страну представляет Сочи. Задача курорта в очередной раз провести мероприятие на высшем уровне. К вопросу санитарного порядка на гостевых маршрутах Анатолий Пахомов вернется 5 октября.